рады приветствовать вас на Заинской земле. С бурсаком и караваем встречают гостей в парке имени Рината Фарзиева. Это главная площадка Сабантуи в Заинске. У них на празднике в прямом смысле звездные гости. Летаю в космосе, а в космосе я почти 2 года прожил, поработал. Оттуда границ не видно. Но самое красивое место – это Заинск, это Татарстан. Этот праздник знает во всем мире. Не только отмечают в Татарстане, там, и в Узбекистане, и в Киргизии, и в других регионах России отмечают. Душевно, с любовью, этот день проходит. В татарском подворье в пляс пустился даже самый скромный. На столах чак-чак, губадия, очпочмак. Угощение можно не только отведать, но и приготовить самому. Мастерицы показывают, как сделать костобей. Народными песнями встречают кряшены. Под звуки гармошки калинку тянут русские. Своей культурой и кухней знакомят чуваши. Сотни артистов воспевают труд земледельцев, прославляют хлеборобов, рассказывают о традициях нашего народа. Праздник плуга в этом году объединил более 10 тысяч гостей. Вместе с сельчанами сегодня Сабантуй встречает наши энергетики, машиностроители, нефтяники, строители, учителя, врачи, работники всех отраслей района. Мы все одна единая команда. Каждый вносит свою лепту в социально-экономическое благополучие. На сцене передовики труда. В этом году заинцы вспахали 50 тысяч гектаров пашни. Без малого 2 тысячи обработал Ильдус Хайрулин. Именно он стал батыром весеннего сева. Ему вручили барашка и ключи от «Лады Гранта». Я на тракторе работаю уже 17 лет. Это у нас семейное. Отец и дед посвятили жизнь земле. Мои сыновья комбайнеры. Приятно, что наш труд видят и высоко ценят. Судьи дали старт! На городском ипподроме в это время стартуют скачки. Одна из самых юных участниц, 15-летняя Рамина Ямаева из Лениногорска. Ее конь Акмурза выиграл один из этапов соревнований. Лошадей люблю с детства. Приехала на прокат, потом уже заинтересовалась этим и начала заниматься конным спортом. Очень волнительно сначала было, но потом, когда видишь, что ты бежишь первое, уже все так забывается. Гости Сабантуи бегут в мешках, с коромыслами перетягивают канат, бьют друг друга мешками, поднимают гири, стараются не уронить ложку с яйцом. Здесь десятки игр и забав. Мне нравится еще вот это народное творчество. Из деревень вот эту всю красоту привозят, это и шитье, и вышивание, и, ну, я вот просто от этого балдею. Сабантуй для нас это семейный праздник, ежегодно муж участвует, борьба на поясах, другие какие-нибудь мероприятия. Также сын участвует в открытии Сабантуи, танцует. Главная национальная борьба – крэш. Схватку выиграл Радик Салахов. Он уехал с Майдана тоже на новом автомобиле и с барашком в багажнике. Сирина Васильева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Заинский район.